Эй, Марта! Спасибо, что спасла нас на базе воинов Христа. Без тебя мы бы превратились в симпатичные головешки. Да ладно, пустяки, дело житейское. Ну, ты действительно здорово сражалась. Для девчонки. Рэндаль, а будь так добр. Заткнись немедленно. Марта, не сердись на моего товарища, пожалуйста. Он немного не в себе. Иными словами, если я ничего не путаю, ты являешься правой рукой генерала Морро. И что же он этой рукой делает? Оставь свои шуточки! Я служу воинам Христа, а не генералу. Просто пока я вынуждена выполнять его приказы. А, понятно. А сюда-то нас что занесет? Мы собираемся напасть на горящие головы. Или я участвую в этой операции вместе с вами? Значит, можно их всех перестрелять? Да, если очень хочется. Но мы здесь все же не для этого, а для того, чтобы забрать у них еще один очень ценный груз. Еще один? А на этот раз что? Тебе вовсе не обязательно это знать. Слушай, дикая ты, Марта, или домашняя, мне все равно. Но я должен знать все. Пожалуйста, успокойся. Не будет никакого толку, если мы оба захотим истерику. Совсем не крутые.
делаете тем, что правда круто. Горячими головами шаму. А вы совсем не крутые. Так, Саянов становится все меньше и меньше. Заезд кончен.
можем прорваться под их огнем. Необходимо вырубить эти гадкие штуки. Найдите их генератор и уничтожьте его. Все проверил. Мин нет. Больше вообще ничего нет. Мы победили! Отличная работа, мальчики. Победа и в самом деле уже близка, кажется. Отсюда и до самой границы поезд поведу я сама. Всегда мечтала порулить паровозом.